кресло-люлька для детей от 0 до 1 года для поездок и переноса ребенка. В этом обзоре покажем автокресло от фирмы Happy Baby, модель Skyler V2. В комплекте анатомическая подушка, мягкие накладки на внутренние ремни, тент от солнца, ручка для переноски, инструкция и гарантийный талон на 6 месяцев. Кресло выполнено в форме переносной люльки. Ширину занимает 28 см, 43 в высоту и 70 в глубину. Весит такое кресло всего 2,5 кг. Чехол тканевый, в бежевом цвете. При необходимости его можно стирать. Кресло подойдет для детей весом до 13 кг до 1 года. Устанавливается кресло спинкой вперед. Крепится оно к сиденью автомобильным ремнем через специальные пазы. Ремни трехточечные. Боковая защита здесь очень сильная, позволяет повысить уровень безопасности при боковых ударах. Посмотрим на каркас. У кресла полукруглое дно, за счет чего будет удобно укачивать малыша, а в качестве ограничителя качания можно использовать ручку переноски, опустив ее вниз до упора. Внутри анатомическая вкладка, благодаря которой позвоночник ребенка будет в правильном положении. Еще в комплекте есть мягкие накладки на внутренние ремни, чтобы ребенку было абсолютно комфортно. Итого, это простое, но в то же время удобное кресло от Happy Baby. Легкое, всего 2,5 кг. При этом подойдет для ребенка весом до 13 кг. У кресла полукруглое дно, которое позволяет использовать его как качалку. Ручка-переноска может использоваться как ограничитель качания. Есть тент для защиты от солнца.